Здорово это все выглядело. Ну и напомню, что главная цель — это все-таки благотворительность. Я очень рад, что мы выиграли. Матч действительно был очень интересным. И очень здорово, что придумали такую акцию с игрушками, потому что это праздник. Мы играем в Европе сейчас Рождество. Скоро Новый год у нас. И вот это называется «Дни между этими двумя праздниками». Это всегда приподнятое настроение. Это всегда замечательное состояние души. И я очень рад, что матч сегодня понравился зрителям. Подобные социальные проекты, как «Мешкопад», они проводятся, конечно, там не впервые, да, и не первый год, но вот в этом году, что было очень, ну, интересным и знаменательным, это то, что социальный проект был привлечен не только на сбор детских игрушек, которые будут направлены все в детские дома, да, и фонд ребенка, но и на сбор средств, которые будут направлены на закупку оборудования для детского сада номер 15 для детей с нарушением зрения. Вот, собственно, мы были очень рады участвовать в этом социальном проекте. Всех мы хотели бы поблагодарить за поддержку. И предварительные цифры. Точные цифры будут озвучены у нас в понедельник, а предварительно было продано более чем 600-700 игрушек и собрано более 100 тысяч рублей, которые будут направлены на закупку оборудования для детского сада номер 15. Спасибо.